Друзья, если вам нужен максимальный левел и куча денег в GTA 5 онлайн, тогда заходите в мою группу по прокачке. Мы недавно открылись, но уже успели собрать базу довольных и благодарных клиентов. При заказе у нас мы дарим денежный бонус вне зависимости от выбранного пакета. Работаем быстро и со всеми платформами. Ссылка и подробности в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чедони. Ребятушки, сегодня у нас битва автоугонщиков в GTA 5 онлайн. Здорово, пацаны! Короче, ребят, сегодня довольно-таки интересный район. Называется он центр Вайнвуда. В общем-то, вот таким вот образом 4 квартала сегодня для нас. Мы будем прятать по 6 машин, потом их найдем, возможно. Ну и, собственно, посмотрим, что из этого получится. Погнали. Давай. Итак, ребята, первая моя тачка будет стоять в отеле. Вот так вот за мусоркой можно будет найти машину за 4 миллиона. Довольно-таки стандартная нычка, в подворотне будет стоять Оникс. Пожалуй, самая жесткая нычка на сегодня, ребята, под козырьком можно будет найти Бугатти Диву за 6 лямов. Это очень сильно. Машина на внимательность будет стоять на крыше, видно ее абсолютно со всех сторон. И, друзья, если подняться на крышу, можно будет найти последнюю тачку. Итак, друзья, я вам показал все свои тачки. Если вам понравились нычки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Я желаю вам приятного просмотра, мы начинаем. Легенда возвращается, чтобы по праву занять первое место. Показать, как должна выглядеть настоящая криминальная Россия. Самое глобальное обновление за всю историю существования Амазинга уже скоро. То, чего никогда не было и не будет на других серверах. Почувствуй будущее, не трать время зря. Играй и достигни ранее небывалых высот на amazingrp.ru. Начав сейчас, ты не пожалеешь о своем выборе. Вводи промокод Юрыч при регистрации и получай 50 тысяч рублей на 5 уровне, а также 100 тысяч рублей на 10. Все ссылки на проект будут в описании. Что ж, друзья, секундомер включен, 10 минут на поиски, погнали, 4 квартала, 6 машин, в общем-то... Ну давай, давай. Есть что найти, есть что угнать. Да, поищем. Так, это у нас получилось та же зона, да, у нас. Так, а сразу сходу говнючник. Говнючник. Ничего нету, серьезно. Какой цвет ты ставил? А, я ставил сегодня машины зеленого цвета или красного. Вот выбирай. А я какие ставил? Не знаю. Я ставил зеленого, значит ты красного. Ага. Ты прям этот. Шерлок? Копперфилд я. Копперфилд? Может быть. Может быть и он. Так, ладно, ребят. 40 секунд, пока все безнадежно потеряно. Ни одной машины я не вижу. Есть такое. Район такой себе, на самом деле. Довольно-таки сложненький. Прям весьма сложненький, я бы даже сказал, недовольненько. О! Да? Да. А почему у тебя полтачки стоит на оружии отеля, а не внутри? Чего? Я так понимаю, эту тачку хотел спрятать внутри отеля, кстати, она сломалась, а ты ее потом посреди дверей всунул. Ну, я не то чтобы это... Короче, не спрашивали, я не знаю. О, есть, нашел. Так, ладно, я тоже пригнал первую тачку, ладно, радостно, хорошо, минута 15. Бертона нашел в мусорке моей. Да, Себа. Твоей. Да, и мусорка моя, и бертоны моя была. Откуда ты думаешь, у меня деньги на бертоны? Не, потому что мусорка твоя даже не сомневался. Ну, так, бизнес, знаешь, какой хороший, кстати, переработка мусора. Ого. Там лямчики крутятся. Чем перерабатываешь? Тобой. Заставляю, чтобы твоя жопа горела, потом нагреваю пластик. Шутеечка должна была закончиться, Юр, дальше это уже все печально. То я даже объяснил, почему тобой. Наоборот, даже... Самая плохая шутка, которую приходится объяснять, понимаешь? Ой, да ладно, ой, да ладно. Просто ты тупенький, что поделаешь. Так, банк. Есть что-нибудь в банке? Не, ну это банк, пацаны, это банк. Так, тихо, что-то вижу. Да слезь ты с него, господи, что-то вижу. А, стрелка в банке. Да? Это типа без очереди можно пройти? О, есть, вторую нашел. Так, слушай, неплохо. Чего? Ты что это такого тут построил? А вот. А, хранилище? Я сам уже не помню, что там понастроил. Охренеть, серьезно, внутрь хранилища тачки спрятал? Ну да. Вот это сильно, алло. Тут, короче, Феррари за 52 ляма, охренеть. Да, я охренеть. Такой, я молодец, видишь, что я могу? Ты вообще наркоман, слышь. А ты такое не можешь, а я могу. Если бы стрелок не было, я бы туда никогда в жизни не пришел. Что это такое? А, у меня, короче, анимация сломалась на стандартной тачке, и, короче, есть же где откидная крыша у машины? Езжи. Езжи. Вот, короче, она сломалась анимацией, такое ощущение было, как будто у нее, знаешь, как у Бэтмобиля, такие уши. Ехали, господи, 52 ляма, а едет, не знаю, как хуже десятки, блин. Просто ужасно. Мне зоны катаюсь, алло. Мне зоны? Не знаю. Мне зонен доступа. Мне опознанный.
Так, ну там ладно, две машинки на базе есть. Не, ну я как бы нашел две в одном месте. Правда, единственный минус, что приходится ездить. Да. Ездить приходится долго. Вот это минус. Это минус. Ну да, да, ну да. Слушай, ну на самом деле это место хорошее, тачки хорошие, прям. Дорого-богато. Красиво. Ну, так, без очереди, без очереди, пропустите меня, мать ваша. Я сюда пришел за хату заплатить, да? Типа. За хату заплатить? Тачками, прикинь. Мне только спросить. Тачки за хату. Мне только спросить. Только спросить, да, точно. Блин, банковское хранилище вообще жесткое, на самом деле, ребят. Посмотрите, как офигенски здесь. Тут по-любому золото есть. Надо просто было богатенько сразу тогда напихать деньгами всем, всем, чем можно. И уехать. Зёля-то. Кстати, вторая тачка 40 лямов стоит, так что как бы я уже, походу, победил. Охренеть. А ты такого не стал, да, ничего, ты понял? Ну, я даже не знаю, насколько дорого-богато. Ну, явно не на 100 лямов сразу сходу. Так что как бы такое. Так, 4 минуты. А, 4 минуты, ребята, прошло. Не могу найти ни третью. Серьезно? Да, две нашел и все. Но у меня есть одна тачка, просто мега-ультра жесткая, вот прям вообще нереально. Даже я бы сам никогда в жизни ее не нашел. Но решил показать тебе новую нычку, может тебе понравится. Слушай, мне твои нычки эти новые, такие конченые. Да нет, нормальная нычка. А хотя нет, я так мимо проезжая, короче, кинул взгляд. Машинку-то видно. Да? Видня все ее добро. А что, у тебя мунация стала, нет? Узнавайся. Нет. Точно? Точно. Ну ладно. Точно-то ладно. Так. О, нашел. Отличненько. Не знаю, в подворотне что-то. Это Феррарич, нормально. Феррарич это денег стоит. Тоже. Блин, на целый один хп бы его покоцал, пока ставил, слышь. Целый один хп, алло. HP. Если тачка стоит 3 с чем-то копейками там лямов, то сколько 1% стоит починить? Там одна из тысяч, а не из 100, если что. Ага, так вот задумался, такой тр-тр-тр-тр-тр, да. Мой математический столтума к этому не был готов, да. Я такого не ожидал вопроса, просто посчитать-то мы посчитаем. Так, ну, пока что хорошо, на самом деле, но у тебя тут, смотри, у тебя тут Бертоне... Дивай Вижн. Угу. Так, ну, я удивлен, что ты не нашел как минимум две моих тачки еще. Я уже миллиард раз проехал мимо, ты тоже думаю. Ну, может быть, да, только я их не видел еще. Ну, не раз. А зачем тебе их видеть? В этом-то и смысл. Может, под козырьками стоял где-нибудь или где? Может, над козырьком, может, под козырьком, может, вместо козырька. Вместо козырька это сильно было. Ну почему нет? Если рабочая тактика, то почему бы и нет, на самом деле. А, ребят, прошло 9 минут 42 секунды, все. Как бы... У меня 3 машины. У меня 4 машины, ребят. Но на самом деле это жесть. Так, ладно, давай тогда погнали, я тебе покажу тачки свои, которые не нашли. Ну давай. Ой, слушай, Ля, ну ты так ставишь ее, ну хоть ну, бы... Ну красиво стоит. Ну и смотри, ты не улетай далеко, и вон вторая стоит, смотри. Где? Как ты ее не заметил, тоже я не знаю. Вон. Где? А, господи. Хорошо, да? Ну, теперь понятно, все машины на крыше стоят, я понял. Ну, блин, я бы не сказал, что это на крыше стоит. Вот тут еще одна, кстати, неподалеку. Ну, это не на крыше, это рядом. Вот тут, короче, в подворотне классическая тоже стоит тачка. В принципе, стандартное место только. Здесь что-то я не заехал. Да, просто не заехал. Так, ладно, показывай свои, тоже интересно. Давай. Ага. Короче, с другой стороны дома. Да. Но я здесь не ездил, да. Ну хорошо стоит. Я не скажу, что жестко, просто здесь не проехал. Ладно. И еще одна машина тоже банальная нычка. Так, в смысле? Я здесь был. Большая нычка, вот она. Я снизу был. Ты прикинь, я вон там внизу проезжал, так сюда взгляд кинул и все. Да, машина да, за стенкой да, была. Да, блин. Я поэтому и ставил ее туда. Агера One, да, жалко. Ладно, мои нычки были на самом деле пожестче, я считаю, чуть-чуть. Ну да, да, чуть-чуть. Ладно, ребят, цену мы считать, я так понимаю, тоже не будем, потому что у меня, во-первых, на тачку больше, во-вторых, у меня тут две тачки просто на 92 ляма, то есть ну, как да, бы просто да. Бич-рич. Бич-рич. Все дела. Ладно, ребят, погнали бич-бич. На испытания. Давай сразу дерби, что ли? Давай. Короче, ребят, так как у меня чит-то доджик, до одной победы давай сразу я тебя раскатаю просто сходу. И сейчас, прикинь, я падаю вниз просто и... и все. Ну давай хоть потрёмся немножко, давай вторую. Давай потрёмся. Ты чё ты так? А, у меня колёса пробились. Чего? У меня лопнуло колесо. Обоссался, так скажи. А! Я чуть сам не упал только что. На самом деле,
Мне повезло, что я вовремя нажал на тормоз, хотя я на него практически не жал. Так. За тобой, конечно, можно кататься долго. Но вижу без тормозев. Бесконтактная кунг-фу возвращается. Он без тормозов, он без смысла, он вообще конченый карт. Ну, я не против, я согласен с тобой полностью. Ладно, ребят, второй балл за мной, погнали дальше. Давай. Короче, ребят, я заново заспавнил тебе Бугатти, потому что она была сломанная. Ну и Дива против Верочка на прыжке Веры. И я ветрячок чуть... А в что ты врезался? Ветряк. В смысле? Ну, на же Рестлфром по ветрякам, помнишь? То у меня летел на высоту в два ветряка, и ты у меня просто в воздухе врезался непонятно в чё. Это было сильно. Это было сильно, да. Короче, ребят, ну 3-0 пока. Жестко. Погнали на последнее испытание. Давай. Короче, ребят, финал. Гора Чилиад и 52 миллиона баксов, летящих вниз. Просто в пропасть. Кстати, у меня ни нитро, ни надежды, ничего не было. Нитро, ни надежда. Так, давай. Давай, мылиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну-ка. Ты где, Дарт Вейдер? Давай. Ты встал? Нет, еще чуть-чуть. Ползу. Едешь или ползешь? Нет, все, я встал. Да ладно. Я на брюхе там повис, короче. Все, посмотрю. Так, ну я, в принципе, не перелетел за Тор, да. У камушка остановился. Хочу посмотреть. Просто прикол, если я буду ехать, смотри, я, короче, жму сейчас газ назад. Колеса крутится просто. Да. Слушай, красиво остановился на самом деле. Прям Голливуд. Знаешь, да. Что нужно сделать? Муфаса. Нет, Джек! Пока! Короче, ребят, за эту сцену тоже нужно ставить отдельный лайк, если вы еще его не прожали. Ну и, в общем-то, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.